весна, холода, одинокие дома. Как вам такая интерпретация ростовчане песенного шедевра от Андрея Губина? Ну, на самом деле, многие в интернете сейчас иронизируют, а для нас, ростовчан, это сейчас, вот данные дни, это правда жизни. Вот стою на улице и констатирую факт абсолютнейший. Прям холодно на улице, прям прохладно для марта. Синоптики, кстати, объяснили, так скажем, да, федеральные синоптики, объяснили, почему такой холодный март в этом году в Ростове. Ну, все довольно просто, все довольно банально, объяснение такое элементарное. Холодные массы с севера движутся сюда, в сторону юга, соответственно, ну, а блокирующих теплых масс пока что нет. Ну и когда эта блокировка произойдет, пока тоже не ясно. Ну что, ждем, что нам еще остается, тем более пока на улице не апрель, время еще есть. Если присмотреться к календарю, то мы уже перевалили мартовский экватор, а погода продолжает быть отнюдь не экваториальной. Сегодня ночью ожидаем мороз до 7 градусов, днем в четверг 3 и срывающийся снег в течение всего дня. Атмосферное давление остается высоким, 770 миллиметров ртутного столба. Это уже не шутки. Ветер снова умеренный, завтра он обещает не разгоняться быстрее 3 метров в секунду. У нас это стыдно даже ветром называть. Ну а световой день растет, несмотря ни на что. Рассвет завтра в 6:28 утра, закат в 6:28 вечера. Ровно 12 часов вполне достаточно и поработать, и отдохнуть как следует.